Всем привет. Короче, начал потихоньку огородом заниматься, там кусок рекультивировали. Заказывал, там человек приезжал отдельно, спасибо ему. И этот небольшой кусочек сделал. Там болтали, короче, чуть-чуть картошки все-таки посади, там родители дали на рассаду. И еще кое-что посадил, сейчас покажу. Я что-то не знаю, в Августоке есть вообще, здесь такое, в районах нету. Ну, посмотрим, ее соседки, ведь Маша тоже посадили. Уже парочку этих брал, ну, несколько штук. Под рассаду. Сейчас, короче, посниму, покажу, что посадили. Ну вот кусочек. А потом граблями пройти, траву поубирать. Это я трогать не буду. Здесь там беседка. Беседка будет такой же. Зона отдыха. Здесь прошелся. Два раза, короче, прогулял. Там немного начал убирать. Хотел малину здесь оставить, клубнику где-нибудь здесь посадить. Нет. Буду туда, короче, пересаживать. Вдоль забора там малина, клубника будет. А спанбонд еще взять. Чтобы это с травой потом не заморачиваться. Вон он в уголку стоит. Вот она. Короче, это грецкий орех. Поэкспериментируем. Так, ну что, малинку я пересадил. Два рядка. По пять. Некоторые побольше их полил. Потом еще столбушки поставлю. Закреплю. Типа тросиком какие-нибудь, либо что-нибудь. Все, этого будет достаточно. Больше мне не надо. Орех растет. Немножко начал убирать. Травушку потихоньку с граблями хожу. Собираю. Завтра еще в этот Самару поеду, скатаюсь. Там как раз человечка очень хорошего надо отвезти, в общем. И этот триммер посмотрю, кустарезство этот. Здесь что-то у нас ценники. Слишком большая накрутка, скажем так, идет. Так что это в Самаре посмотрю. Сразу спанбон посмотрю, клубничку пересажу, там же и малинка идет. Аккуратненько из досок сделаю этот. Типа грядки, короче говоря, аккуратненько было, чтобы красиво все по-человечески сделать. Тут еще пару человек мне даже найти, которые этот мусор весь пособирают в кучу, потом машину подогнать, да, мусор вывести. И надо будет замеряться по поводу забора, закупать материал и тоже бригаду нанимать, пусть это, чтобы сделали. Потому что я так посмотрел, мне что-то слишком много времени, короче, на это все понадобится, в одного это делать. Проблематично будет, так что, если что, лучше людей найму, это денежек заплачу им, сделать уже по-нормальному. Так, ну что, сегодня день прошел офигеть как плодотворно. Что у нас там, плюс 20. Короче, мусор подготовили. Подвывоз, сейчас покажу, что там. Капец, Маша помогла мне. Там людей нашла. Пришли, тоже помогли. Вторую половину подготавливаю. Поддоны решил оставить. Это с дома. Запаска. Вон, все поубирали полностью. Там забор еще снесется, это все. Постройки попозже будем ломать тоже полностью, выносить. И там мусор, там капец, просто ужас какой-то, если честно. Лама. Ведь подготовили, чтобы техника подошла под вывоз. Этим тоже резина была, которая с дисками, все полностью подготовили. Вывести по огороду немножко тоже поработал. Не все, конечно. Ну и не все сразу. Надо время. Подустал что-то. Немножко граблями. Убираю все аккуратненько. Выгораживаю. Под клубнику подготовил. Там, короче говоря, будет потом спанбонд ложиться. Спанбонд ложится. Ну, отверстие ложится. И клубника туда будет. И два ряда. С этой и с той стороны. Как раз подходить удобно будет. Ну, малинка. Орех. Так что на сегодня, думаю, хватит. В следующий раз завтра в Самару поеду по делам. Там триммер посмотрю. Как посмотрю, куплю. Так, по мелочи еще там. Холодильник тоже посмотрю. Не знаю, либо в Самаре, либо в Буче буду брать. Ну, в Самаре, скорее всего, посмотрю, если с доставкой нормально все. То там возьму. Всем привет. Короче, это. Начали потихоньку заказы подходить. Сезона с маркетплейсов, со всех этих. Родителям же компьютера решил его собрать. Системный блок. Начали потихоньку комплектующие подходить. Короче, я решил на такой связке сделать для них. Масайка на 520 чипсете. Этот Ryzen 5600J. Ну, со стройкой будет только. Fury взял. 2 по 8. Даже 4 на 3200. И нетаковский М2. PCI-шный.
512. И там остальной корпус, не корпус, попозже подойдет уже. Короче, деревом еще занялся, немного подпилил. Сейчас хотя бы часть уберу, подготовлю. Совсем небезопасно. Тут крыша, дымоход, блин, с газовой. Какая-то, ну, с котельной. Там, блин, труба газовая поверху идет. Да бог шибанет, блин, хрена будет всему тут. Ну и все равно как раз забор менять. Дерево это мешает. Решил еще картошки посадить немножко. Так, грядок 7 может. По 6 штучек каждая. Блядь, на улице. В тени 23, на солнце я понятия не имею. Жара вообще невыносимая. Решил походить, позагорать, немножко поработать. Потом с Самары приеду. Шланги раскину, да это, огородик полью. Нормально уже. Короче, 8 таких вот рядков. По 6. 8 на 6. Все, я думаю, хватит. Этажа Аврора, Самара. Всем еще раз привет. Короче, скатался по ЧЕ, купил там шкаф в спальню. Новый все-таки взял тут. В коридоре, который, ну, совсем реально уставший, нормально взялся. Холодильник хотел взять, но что-то тут наценка, я вам скажу так конкретно. Буду с этого Самары, короче, заказывать через Эльдорадо что-нибудь. Есть очень хороший человечек, этому мне поможет обязательно. Ну, а так там по мелочи, кисточки взял и так далее. Спанбон наконец-то взял, надо книгу пересадить. Вот как-то так вот. Так, ну что, подсобрало, короче, динозавра. Ну да, 3,3, то ли 3,5 лошади. Нафига, конечно. Сейчас пройдусь, посмотрю, как он работает и здесь, и за территорией там надо будет. Что-то там травы валом. Что, травушку покосили. Чуток. Там осталось. Сейчас договорился, короче говоря, чтобы это... погрузчик и самосвал. Мне там поубирали все. Тоже немножко прошелся. Здесь клубника еще осталась. Так, картошечка посаженная. Сегодня полил ее. Вот тут кусочек маленький. Большой. Там клубничка. Спанбонт растянул. Не знаю, возьмется, не возьмется после пересадки. Много не садил. Так, 12 штучек, грубо говоря. Малинка, как была, так и осталась. Шкаф начал собирать, хотел, короче, в спальню его. Что-то какой-то здоровый шкаф взял. Короче, решил зал его разместить. Я покажу. Что показывать ему? Я его еще не дособирал до конца. Но прикольно, мне нравится как раз под стиль тумбы, как по телевизору. Вообще офигенно смотрится. И еще раз всем привет! Новый день, 9 мая, кстати, с праздничком всех. Короче, порядки решил дома навести, взял немножко тряпочек, там швабру, не швабру, вот этой компании. Green Fiber. Слушайте, тема, да, дороже, чем обычные там микрофибры вот это и так далее. Но эти прям вообще нитительные, скажем так. Здесь такая более жесткая, типа шершавенькая, здесь мягенькая. Вообще тема нафиг.
рекомендую, реально советую. Если что, контактик оставлю в описании. Кому надо, заказывайте. Я и швабру такую тоже заказал. Подача воды сразу. Ну, химию имею в виду. Подвешивать офигенно. Вообще зачетная штука тоже. Это съемные на липучке. Удобно. Тоже нравится. Это для химии выброс. Получше, конечно, чем вот такие вот обычные, если брать. Короче, есть за что платить. Советую тоже. С отца еще решил за чуть-чуть засолить. Ну, как засолить? Это родители, получается, засолили. А я теперь вот такую вкусняшку делаю. Вот она. Вообще тема получается. Постоянно улетает у меня, как горячие пирожки. Короче, решил столовку еще приготовить. Сейчас очень-очень вкусно. Сейчас покажу, что. Ингредиенты наипростейшие. Берем курочку. Шинкуем. Либо раскидываем, скажем так, на волокна. Проще так сказать. Можно, конечно, это руками, без ножа делать. Берем морковочку. Меленько-меленько нарезаем. Шинкуем на квадратики. Ну, кто насколько может, конечно, медленько. Ну и берем яичко. Пополам. Вот такая штука есть. Я никогда не видел. Мама подогнала, короче. Прикольно, что. Берем так. Все готово. Блин, вообще красота, короче. Немножко подсаливаем. Так, по вкусу уже. И этот. Майонез. Моего любимого не было. Готовить другой брать. Ничего страшного. Здесь нормально надо курица. Курочка себя возьмет. И замешиваем. Короче, запасаем еще одну штучку. Берем форельку, пару яичек. Я велку люблю. И лайм. Лайма не было, просто сок лайма. Короче, шинкуем очень мельника. Яичко натираем на терочки. Чем мельче, тем лучше, конечно. Все, добавляем вилки. Любой этот, как его там, блин, сливочный сыр, юный. Добавляем. Немного тоже не надо. Много лайма. Все, и чуть-чуть майонеза, чтобы более жидкое было. Этого достаточно. И замешиваем. Ну все, теперь берем тарталеточки и наполняем их. Аккуратненько, скажем так. И с рыбкой, которая тоже. Сейчас точно так же. И те, где именно с рыбкой были, точнее, вряд ли. Берем и икринки добавляем. Больше можно. Так, очень вкусная. Вообще огонь. Вот такая красота вообще получается. Я много делать не буду. Что мне на одного там? Потом если что добавлю еще. Короче, кое-что еще решил пожарить сделать. Ну там пирожка еще готовится. Но еще вот такая вкусняшка. Давненько такое не делал, если честно. Фига тут подгон, короче, мне сейчас привезли на кроль, блядь. Только-только потрошили на. Вот это тема, ну.
друзья, в общем. С праздничком вас. Все с праздничком. С 9 мая. С Днем Победы. Победа всегда будет за нами. Как говорится, стоя, не запивая. Так что заранее всем всего хорошего, всем добра, максимум позитива. Всегда, чтобы все только самое-самое лучшее было.